Общество глухих Ульяновской области расположено в маленькой квартире жилого дома. В этом небольшом, почти подпольном кабинете кипит работа мирового уровня. В общественной организации нас встретила ее председатель Маргарита Васина. Маргарита слышит прекрасно, работа с инвалидами по слуху занимается по личным причинам. Глухими были ее родители. Мы занимаемся с инвалидами, как и обслуживанием, предоставляем услуги по сурдопереводу в разных организациях, больницах, судах и в других учреждениях. Также мы занимаемся с инвалидом спортом, культурой, развитием культуры. Выезжаем с концертными программами в районы области, участвуем во всероссийских конкурсах. Руслан и Ольга Шарафетдиновы – молодая семейная пара. Проблемы со слухом есть у обоих, однако объединил их не общий недостаток, а общая страсть. Руслан и Ольга занимаются жестовым пением и хореографией, берут первые места в России. Моя любимая песня, вот уже, считаю, уже 11 лет прошло, «Я люблю тебя до слез», потому что там и танцы, когда во время проигрыша мы танцуем, когда уже слова и поем жестовыми, и плюс еще с цветами, белым рот, лепесткой, когда кидает, уже мурашки ведут, как бы вот приятно очень. Сейчас Руслан и Ольга работают над программой «Танцы в руках». Вдохновляются не только отечественными коллегами, но и зарубежными жестовыми певцами. Андрей Творгов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.